Друзья, всем привет! 14 июня на календаре. Финский залив, Сестрорецк, Дубковский пляж. Сегодня здесь у нас третий этап песчаных дюн. Погода сегодня отличная, уже летняя, да? Ни хера не беговая. Дует ветерок легкий, но сегодня много спортсменов собралось, и сегодня будет конкретный зажар. Короче, погнали, пробежимся. Ребяточки, это были песчаные дюны, третий этап. Не забывайте подписываться на канал «Бегущий человек». В общем, сегодня было позитивно, все получили удовольствие. Сегодня все отлично прибежали, время у всех супер. Ну и, короче, до новых встреч!